нарисованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Какие события в вашей жизни сопровождала музыка Гарика Сукачева? С чем она у вас ассоциируется? Вот с чем, чем, чем? Ну, я вспоминаю почему-то сразу же тот клип по телевизору показывали, который «Напои меня водой». Там у него такое лицо, что я запомнил это. Достаточно один раз увидеть этот клип, чтобы запомнить его на всю жизнь. Это начало 90-х. Это было в начале 90-х. А что у тебя? Ты помнишь, у нас была замечательная история. Мы 13 часов стояли на польской границе. И где-то в кювете для, не для пограничников, для местных жителей пели песню «А я милого узнаю по походке». Да. Но это не его песня. Тем не менее, она ассоциируется у нас с Гариком, да. Сукачевым, эту песню. Ну, у нас с Гариком ассоциируется наш первый выход вообще на большую сцену в нашей истории. Гарик пригласил нас в Питере сыграть, вот, принять участие в своем концерте. Это было какой, 2003 году. Да, это было совсем давно. В некотором смысле мы, то есть не в некотором, а в прямом смысле мы частично Гарику обязаны некоторой его публикой, которая стала потом тоже и публикой Billy's Band. Но это послужило толчком в тот момент, это правда.